Очередные производственные рекорды ставят в Распадской угольной компании «Евраза». 1 миллион тонн угля добыли на участке 9.11 разреза Распадский с начала года. Угольщики Кузбасса в апреле добыли на 900 тонн угля больше, чем в этот же месяц в прошлом году. Показатель всех предприятий региона – 20,9 миллиона тонн черного золота. Открытым способом угля добыли на 7% больше, чем в аналогичный период. Очередным производственным рекордом может гордиться разрез Распадский. В мою смену был добыт 1 миллион тонн угля на участке 9.11, который считается перспективным. Запасов здесь более 100 миллионов еще находится в метрах, которые мы готовы добыть. Для освоения таких объемов нужно около 30 лет, и это всего лишь перспектива одного участка. Поэтому коллектив предприятия твердо уверен в своем стабильном будущем. Участок 9.11 регулярно добивается рекордных показателей. Например, рубеж в 1 миллион тонн угля покорили и в первом квартале 2017 года. Секрет успешной работы участка и разреза Распадский в целом прост и проверен опытом. Благодаря слаженности коллектива, то есть прикладывают усилия все. В прошлом году была обновлена часть техники, то есть пришло 2 новых экскаватора, некоторое количество белазов, как импортных, так и отечественных. И ожидается еще обновление техники. Это новая дробилка Mack Closkey канадского производства. Таких установок на разрезе Распадский теперь 3. Принцип работы щековой дробилки несложный. Уголь измельчается между 2 массивными металлическими плитами. Одна пластина совершает вращательно-поступательное движение, другая закреплена неподвижно. Дробилка справляется с крупногабаритными фракциями. Производительность установки до 500 тонн в час. За смену она перерабатывает около 5000 тонн угля. На данный момент около 700 моточасов наработки. Один человек обслуживает, один погрузчик успевает и подавать, и грузить автотранспорт, если это необходимо. Раньше держали 2 погрузчика, один подает на решетку, другой из-под нее выгребает. Сейчас мы за счет этого сократили затраты. Оборудование помогает улучшить качество выпускаемой продукции. В итоге получаются фракции от 40 до 200 миллиметров. Дробленый уголь пользуется повышенным спросом. Основной потребитель готовой продукции – обогатительная фабрика «Распадская». Вера Фефилова, Игорь Ковалев. Новости «Мой Междуреченск».